Жизнь в «Атласе» была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И «Атлас» немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Неплохо, да? Тебе везет. Кова крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айронс все сам. Ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Ха, есть кое-что получше. Сюда, джентльмены. Есть военная поговорка. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для «Атласа». Я вам благодарен. За вас, парни. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. День ото дня КВА становилась круче. А ее планы грандиознее. Привет всем на канале Faro TV. Мы с вами продолжаем прохождение игры Call of Duty Advanced Warfare. А вот такая предыстория перед следующим заданием. И закуска наша уже завершилась. Задание «Цепная реакция». Будем в США, Сиэтл. Штурмовой тип экзоскелета. Так, что нам предстоит? Люди мира, вы укрылись под защитой новых технологий. Технологии — это рак. Я пришел, чтобы излечить вас. Мир вернется в свое естественное состояние. Я Аид, ваш спаситель. Арес-2, прошу визуальные отметки на карте. Как слышно? Все видели? Итак, у нас есть достоверные данные о том, что КВА пытается расплавить реактор. Мы входим через южный двор и движемся на север. Нам нужно в зал управления. По местам. Боже. Наша цель — реактор. Приближаемся и будем прорываться в реактор. Зачистили выше. Прежде всего, так, теперь можно спускаться, зачистили.
Альфа, мы на земле, приближаемся справа. Рад вас видеть, браво! Сосредоточиться. Похоже, Альфа влипла. Прорываемся к зданию вместе с ними. Шевелись! Давайте штурмовать. Огонь по готовности! Давай, усиленный прыжок! Никол! Точно за турелью, открывай ответный огонь! Найдите укрытие за донами! Оператор Зулу выведен из строя! Зулу выведен из строя! Выкатила Титан прямо в центр двора! Пусковая установка рядом с вами. Еще! Хватай ракеты, уничтожь Титан! Ну хоть ракета есть, я тоже думал, как будет тогда.
того, что не понятно. Вот понятно. Держитесь, ребята, перебили. Уничтожь Титан ракетами! Что-то Титан... Никак. Вот. Титан уничтожен! Отлично, Митчелл! Молодцы! Инженеры КВА сломали протокол безопасности и пытаются спровоцировать перегрев. Вас понял, Пророк. Мы на подходе. Придется переться в главный корпус. Вперед! Задачка немножко усложняется, видимо. Нам все так же нужно быть в темпе. Давайте. Смотреть в оба. Здесь могут быть гражданские. Могут. Наверное. Если те еще остались или выжили. Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта. Принято. Открываем двери. По одному. Пошли. Чисто. Сюда. Браво. Температура поднимается. Плохие новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. Да, давай, думаю, мы успеем. Тут такая мясорубка. Продолжаем движение. Перекресток. Давай направо. Это короткий путь, но тебе не понравится. Держаться вместе. Наверное, догадываюсь, почему этот путь не очень понравится отряду. Картер, открывай дверь. Понял. Гранатомет для каких интересно целей. Тяжело ли тут противник? Пошел! Браво! Пройдите реакторный блок, максимально быстро. Пройди на балконе! Уничтожить! Вот твой медик.
Мы в 300 метрах от зала управления. Вас понял. Серьезное сопротивление в реакторном процессе. Достаточно непроблематично для нас с вами. Помогли и прикрыли. Смотримся. Вроде бы ничего, никого. Идем дальше. Вернее, бежим. Уже авария. Нужно спешить. Чего ждем? Кого ждем? А, это, наверное, лифт. Или что такое? Странно. Понятно. А, остановите реактор. Или может быть? Это прикол такой, это что? Понятно. Давайте контрольная точка. Так, добежал. Выше на главный уровень. Так. Кнопочку может кто-нибудь соизволит нажать. Сейчас еще. С контрольной точки. Непонятно, это как-то. Здесь глянем. Чего? Тревога, тревога! Авария на реакторе! Бегут, бегут, бегут. Так, бегут. Тут теперь все. Подходим мы. Подходим. Все. Стоят там.
Кто лифт нажимает, эй? Как вас понять?